Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для любого складского учета. Наша программа является уникальной. У нас есть разные конфигурации. Для простого складского учета, для снабжения, для работы в режиме склада временного хранения СВХ и для адресного хранения, так называемая ВМС. Складской учет в наших программах может вестись как элементарно при помощи одного лишь компьютера или ноутбука, так и с использованием различного современного оборудования. Начиная со сканера штрих-кодов, принтера этикеток и так далее, вплоть до ТСД, терминала сбора данных. Это мобильное устройство, которое поможет вам не быть привязанным к компьютеру, если у вас большие складские и торговые площади. В этом видео мы вам покажем классический складской учет для любой торговой организации. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он не видел лишнюю для него информацию. Отдельные права настроены для кладовщика, менеджера по продажам, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдем под ролью Main, что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Обратите внимание, что при первом запуске появляется окно для выбора внешнего вида программы. Вы сможете работать в понравившемся вам интерфейсе, чтобы получать еще больше удовольствия от работы в нашей программе. Предоставляется возможность сделать выбор из множества красивейших оформлений, а по центру главного окна можно будет разместить логотип вашей организации для создания единого корпоративного стиля. Сама программа может пользоваться в любой стране мира. Она может быть легко переведена по вашему желанию на любой удобный вам язык. Итак, с чего начинается работа в программе? Обратите, пожалуйста, внимание на главное меню, которое расположено слева. Программа реализована максимально просто, поэтому меню состоит всего из трех пунктов – модули, справочники и отчет. И для начала работы нужно просто заполнить справочники. Здесь будут ваши настройки. Основные настройки находятся в справочнике «Номенклатура». Именно здесь будут располагаться ваши товары и материалы, по которым требуется вести складской учет. Номенклатуру можно разбить на группы, чтобы вы всегда могли отобразить остатки именно по нужной группе товаров. Остатки можно вести по любому количеству складов и подразделений. Можно добавить отдельные склады для реализуемого товара, материалов и сырья, готовой продукции, которую вы сами производите, и так далее, вплоть до основных средств, если их тоже хотите учитывать. И есть возможность даже сделать отдельный склад для брака или иного товара, который сейчас уже в пути. Возможности нашей программы безграничны. Универсальная система учета – максимально удобная и наглядная программа. Вы даже можете загрузить изображение товаров, с которыми работаете, чтобы сотрудники не путались. Изображение можно загрузить из файлов или захватить прямо с веб-камеры. Если сейчас у вас есть остатки товара в электронном виде, например, в файле формата Microsoft Excel, вы можете их не добавлять по отдельности вручную, а воспользоваться импортом. Потребуется просто выбрать файл и показать, какие данные требуется импортировать. И тогда тысячи товаров добавятся в программу максимально быстро, за считанные секунды. Дальше мы уже переходим к повседневной работе с товаром. Повседневная работа ведется в модулях. Модули – это большие учетные блоки. Именно здесь можно отмечать поступление товара, перемещение, списание или продажу. Со временем у вас накопится много информации. Товар каждый день может поступать, перемещаться или продаваться. Наша интеллектуальная программа не заваливает вас кучей информации, когда вы заходите в модуль. Она выводит для вас поиск. Именно с помощью поиска можно отобразить нужные данные за любую дату или по любому складу. Давайте выведем информацию за сегодняшний день. Мы увидим, что поступлений еще не было. Чтобы добавить новый приход, нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». При этом просто указываем, на какой именно склад пришел товар.
А далее в составе уже можем перечислить товар, который пришел согласно этой накладной. Товар при этом выбирается из уже известного нам справочника номенклатуры. Это значит, что если вы работаете с одним и тем же видом товара, его можно будет быстро выбирать из списка. А если вы являетесь тем самым поставщиком товара, тогда вы имеете возможность без лишних усилий сформировать накладную. При этом она может либо распечатываться, либо экспортироваться в самые разные электронные форматы, вплоть до отправки по электронной почте. Также у вас есть возможность быстро обклеивать поступивший товар наклейками при использовании принтера этикеток. Этикетки можно распечатать как по определенному товару из накладной, так и по всему списку. Многие организации приходят товар на центральный склад, а потом распределяют его по подразделениям или магазинам. Накладная на перемещение добавляется так же, как и приходная накладная. Только при этом мы указываем два склада, откуда взять и куда переместить. И затем точно так же заполняем состав накладной. Все еще быстрее, чем при оприходовании товара. Также формируем накладную, чтобы ее подписали ответственные лица. Тот, кто передал, и тот, кто принял товар. Если у вас есть свои точки реализации или менеджеры по продажам, в нашей программе можно использовать специальный модуль «Продажи». Продажи можно проводить как вручную в режиме менеджера, так и в режиме магазина при помощи сканера. Быстро считывая штрих-код. В конце продажи на печать может выводиться красивый чек или накладная, чтобы, например, с этой накладной клиент пошел в отдел выдачи для получения оплаченного товара. В результате всей этой нехитрой работы программа автоматически пересчитывает остатки. Если вы оприходовали товар или продали его, в специальном отчете у вас всегда будут отображаться актуальные остатки по любому складу. Вы сможете видеть количество товара, которое было на начало дня, общий приход, расход и сколько сейчас на конец дня остается товара. Остатки товара можно будет посмотреть не только в количественном, но и в денежном выражении. Дабы не получилось, что внезапно закончился ходовой товар, ответственному сотруднику можно будет пользоваться специальным отчетом и смотреть, что заканчивается. Это поможет исключить так называемую упущенную прибыль. Работайте на опережение. Закупайте заранее заканчивающийся товар. Более того, наша высокоинтеллектуальная программа может даже спрогнозировать, на сколько дней бесперебойной работы вам хватит имеющегося на складе товара. Если вашим сотрудникам потребуется оставить заявку кладовщику на закупку товара, они могут это делать в электронном виде, используя специальный модуль «Заявки». А проводить сверку остатков товара по любому складу или подразделению с нашей программой совсем легко. Для этого используется модуль «Инвентаризация». Плановое количество товара, которое имеется по программе, подставится автоматически. А фактическое количество собирать вы сможете самыми разными способами. С помощью бумажной ведомости, с использованием сканера штрих-кодов и даже посредством мобильного терминала сбора данных при его наличии. Кроме ранее показанного жизненно необходимого анализа товаров и его остатков, для руководителя организации будет также доступен еще один дополнительный перечень управленческих отчетов. Именно с помощью них вы сможете не только контролировать свое предприятие, но и грамотно развивать его, выводя на абсолютно новый уровень, который поможет вам начать зарабатывать значительно больше. При учете продаж вы сможете посмотреть по каждому товару, сколько раз его продавали и сколько денег вы на нем заработали. Причем общие суммы можно будет также посмотреть по каждой группе и подгруппе товара. А наглядные графики и диаграммы в наших отчетах помогут вам быстрее оценить ситуацию своей организации. Даже не вчитываясь, а просто бросив беглый взгляд, вы сразу поймете, сколько денег вы получаете и за что. Такой подход поможет любому руководителю. Даже не имея специального образования, легко стать лучшим управленцем. Кроме таких детальных сведений, вы сможете формировать и рейтинг, как по самому ходовому, так и по самому прибыльному товару. Анализируя данных два отчета, вы сможете выявить тот товар, который, возможно, пользуется большей популярностью, но вы на нем не зарабатываете больше всего. А это значит,
что можно будет поднять цену и тем самым перевести повышенный спрос в свой дополнительный доход. Еще вам будет доступен сводный отчет по залежалому товару, который никак не продается. Вы можете анализировать доступность цены на него или замечают ли его вообще покупатели. Наша программа поможет сделать так, чтобы любой товар не висел у вас мертвым грузом. Более того, наша система, единственная в своем роде, позволяет даже отмечать тот товар, который покупатели просто спрашивали, но вы его, возможно, даже не закупаете. Это так называемый выявленный спрос. Если что-то часто спрашивают, почему бы не начать на этом тоже зарабатывать? И еще один аналитический отчет есть по тому товару, который возвращают. Если что-то часто возвращают, возможно, этот товар сомнительного качества. Не теряйте свои деньги на чужом товаре плохого качества. В дополнение к уже сказанному, добавим коротко еще про один отличный перечень возможностей. Если вы ведете не просто складской учет, но и продажи, обязательно обратите свое внимание на блок финансовых отчетов. Любой организации нужно считать деньги. Чем серьезнее вы к ним относитесь, тем больше можете зарабатывать. И поверьте нам, ничего серьезнее перечня финансовых отчетов из программы «Универсальная система учета» вы не найдете. С нашей системой вы будете контролировать свои деньги от и до. Если нужно посмотреть остатки средств по любому подразделению или кассе, увидеть общий приход и расход финансовых средств, проанализировать свои расходы по каждому виду затрат, рассчитать прибыль за каждый месяц своей работы, увидеть всех должников в одном месте, посмотреть динамику развития компании с течением времени, понять, кому именно из сотрудников вы обязаны хорошими продажами, рассчитать работникам сдельную заработную плату при наличии процентов, посмотреть, какие ваши магазины лучше раскручены, какая именно реклама привлекает больше покупателей, какой уровень покупательской платежеспособности, в каком ценовом диапазоне покупки делаются чаще, кому из клиентов и на каком основании делались скидки. Кто из клиентов наиболее перспективный и больше всего тратит денег у вас. Насколько успешно вы пользуетесь современными методами увеличения продаж, такими как начисление бонусов клиентам и тому подобное. Возможно, вы думали только о складском учете, и даже он давался вам с трудом. Посмотрите, насколько теперь может увеличиться производительность и эффективность вашей компании с использованием нашей современной программы. А ведь это все напрямую связано с вашими доходами. Чем выше производительность и возможности управления бизнесом, тем больше вы можете зарабатывать. И даже это еще не все. Еще есть множество дополнительных эксклюзивных функций, которые вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, узнать по контактным телефонам